Короче, пацаны, новый день в Корее, в Пусане. Мы сейчас приехали на такой район. Мы здесь уже были, только вечером. Здесь такие вот красивые дома. Они называются 101. Приехали мы сюда, чтобы покататься на лодочках, на яхте. Мы еще, правда, не знаем, где, что, у кого и как. Конечно, гуглили, но... Знаете, если честно, ребят, очень мало информации, куда можно сходить и покататься именно на яхте. Это единственное место, которое мы смогли найти. Я даже не знаю, сколько это будет стоить, покатают нас сейчас или нет, потому что время уже 6. Короче, пацаны, мы прозевали свою лодочку. Да. К сожалению, мы не успели на эти яхты, и мы идем сейчас в другое место. Еще здесь гоняют офигенные тачки. Какой-то дорогой район. Наподобие Канамы, только более в таком морском стиле. Реально. Мы все такие счастливые, приехали сюда, думали, сейчас сядем, уплывем куда-нибудь. Но нет, нифига. Кстати, ребят, мы заметили, что в Корее начинает уже поддувать прохладненький ветерок. Который очень сильно ощущается, потому что духота спадает, да. И чувствуешь, как воздух начинает прям холодать. Да. Спокойно дышится. Ребят, на самом деле, мы думали, что нам Пусан не очень понравится как город, но мне он теперь даже больше нравится, чем Сеул почему-то. Многие говорят, кто приезжает на долгое время из Сеула сюда, в Пусан, потом не хотят возвращаться в Сеул. Да. Мне как-то одинаково нравится. И здесь есть классные места, и в Сеуле есть классные места. Здесь очень разный вайб. Да. В Пусане вообще своя атмосфера, в Сеуле своя атмосфера. И, как ни странно, мне нравятся эти две атмосферы одновременно. Но сейчас мне нравится в Пусане больше. Наверное, потому что лето, возможно, здесь другие времена года не очень. Хотя не знаю. Возможно. Заснимем наш лук. Острин, дома. Мы решили одеть шорты. Такие вот у нас рукава мы приобрели. Топики наши любимые. Йоу, ребят, мы почти дошли. Ей, мы молодцы. Очень красиво. Просто ходим, залипаем на дома, на машины, да. На людей, которых сидят в этих машинах дорогих. Поначалу, конечно, было очень непривычно, потому что нам Сеул был тогда намного ближе, но сейчас я реально привыкла к Пусану, мне здесь очень нравится. Да. Люди здесь попроще, как-то магазинчиков, кафешки, блин, ну все то же самое есть. Тоже дофига красивых мест. Интересных да, мест. Да, интересно. А мы идем мимо пожарных машин, скорой помощи, МЧСников. То, что надо, ребят. Спасите нас. Короче, давайте помолимся и зажмем крестики, что мы сейчас покатаемся на яхте. Да. Очень надеюсь на это. Ну, как обычно, все на последний момент отложили. Да, и, короче, сильно паникуем, что не получится ничего из этого воплотить в реальность. Но надеюсь, все получится. А, надеюсь, все будет хорошо. Ты вывез. Итак, ребят, мы дошли. Мы шли даже не 30 и не 20 минут, буквально минут 10 максимум. И мы уже дошли до пирса, где стоят дофига лодок. Так что всем советуем прийти именно сюда. Мы вот здесь напишем название. Сюда вставим геолокацию, где это находится. Я надеюсь, мы сейчас покатаемся. Здесь достаточно много людей и много лодок. Это уже радует. Сзади нас как раз таки вот эти вот дома 101, популярные. Почти все фоткаются на той стороне, напротив них. Ну, в принципе, мне кажется, многие люди здесь фоткаются. В общем, это очень популярные дома в Пусане. Сейчас мы будем разбираться, где купить бы нам билетики. Такой вечерок прям сильный поддувает. Да, фига лодок вот просто. Это все лодки, ребят. На минуточку. А Мария нам расскажет, что тут и как тут. Ребят, к сожалению, у нас так и не получилось покататься на яхте, потому что билеты нужно покупать заранее на онлайн-сайтах. Их быстро раскупают, имейте это в виду. Чтобы купить билет, вам нужно будет зайти в Naver, это корейский поисковик. Там нужно будет ввести определенное предложение на корейском языке. Пример мы прикрепим в виде скрина. Таким образом, у вас получится купить билет и покататься на яхте. Но мы решили уже не кататься на яхте, а поехать в другое крутое место. А куда, вы узнаете немного позже. Папа Джонс. Короче, ребят, мы только что пришли в такое место, где все корейцы сидят, бухают, едят. Это находится неподалеку от моста Кванималини. Очень долго сюда добирались.
покупали еду, питье. Наконец-то мы здесь, здесь очень много людей. Мы купили себе курочку, картошку фри, пиццу, взяли с собой пивас, вино. Будем сидеть, смотреть на море, любоваться видом, короче, все дела. Сейчас вам еще поснимаем. Приятного аппетита тот, кто кушает, и нам тоже. Пойдем отдыхать. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Thank you.